Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные каникулы! Парни, давайте сделаем челлендж. Кто первый съедет с горки, с лестницы с огромной, тот и победил. Ну давайте попробуем. Давай. Вот, тут смотрите, парни, первая лестница, давайте попробуем до самого низа доехать. Кто упадет, тот проиграл. Хорошо, давайте. Ну все, what's up, 3, 2, 1. Фриц, поехали, let's go. Я буду первый. Ты будешь последний, блин. Я буду первым. Бобяк, давай пока. Давай пока, Андрюха. Не, парни, я буду. Андрюха выбыл, бобяк. Андрюха упал в самую бездну. Ох, блин. Андрюха улетел. Нет. Я сейчас посмотрю. Ох, блин. Бобис тоже упал. Хорошо, спасибо, бобян, что показал, что там дырка есть. Так, парни, я один остался тут сверху. Давай, слева дырка, слева дырка. Крутой, что за машина такая у тебя? Это у меня Hyundai Santa Fe. Нифига себе, ну как? Hyundai. Hyundai? А как правильно, ну да, Hyundai. Hyundai. Так, я еду, парни, смотрите, по лестнице уже. Это вам не хухры-мухры, это Hyundai. Самый крутой, синим. Жестким мотором. А у тебя дырка будет по центру. А вот ты что-то пойдешь, нет? Парни, едет машина. Ебать, уже. Нормуль, парни. Вот вам и Hyundai. Hyundai. Стоять. Хорошо, парни. Не падал тот, кто не поднимался, парни. Давайте, вот он, Hyundai. Сейчас я доеду. Да ты ее сейчас столько денег за ремонт отдашь, просто капец. Hyundai! Я жму вперед, Hyundai едет назад. А что так произошло? Почему? Не знаю, какой-то. Честно, какой-то Hyundai у меня тут происходит. О, давай, давай! Ну! Да нет, бро, даже не пытайся. Давай, гадина! Куда ты рулишь? Куда ты рулишь? Все, победила ничья. Нифига, парни, лететь ты вниз сколько. Ой, щит. Так смятку сегодня, мон, не будет. Парни, твой, парни, меня приплюснуло, доставайте, вызывайте МЧС спасателей. Вызывай ГИБДД, его приплюснуло, его меня убила, фура земля. Убила, земля убила, вызывай ГИБДД. Бобис, ты можешь вызвать спасателей? Игорек, прокуратура. Прокуратура. Все, парни, никто не победил. Запись запущена. Ютуб попущено. Запись! Ютуб подключается. Ну что ж, дорогие друзья, всем здорово. С вами по-прежнему Оверфон и Бобби. И добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием TBMG Drive. Всем хайоу, ребята! Здорово, чуваки! Итак, друзья, сегодня мы с парнями будем участвовать в различных челленджах, а конкретно сегодня мы будем ездить на машинах с огромных лестниц. Посмотрите, у нас тут разные лестницы. Это лестницы смерти. Наша задача попытаться, хотя бы попытаться, доехать до конца хоть одной лестницы. Вы видели, первая лестница, какая опасная, какая сложная. А дальше, с каждым разом, сложность лестниц все увеличивается и увеличивается. В общем, сегодня будем с парнями уничтожать машины, угорать и пробовать доехать на одной из лестниц до самого конца. Ну а вы ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нам с парнями будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы ехать по лестницам смерти? Ну конечно! Да, давай! Тогда погнали! Let's go! Давайте еще одна попытка, друзья, проехать по первой лестнице. Вы запомнили, парни, что нужно аккуратно ехать, а не быстро? Да. Да, бобян, ты слышал? Что да, я аккуратно еду. Я думаю, бобяна, знаешь, Андрюха, в одно ухо вошло, через... Да я аккуратно еду! Через другую вылезла. Да это база для Босси. Босси по-другому не умеет. Бобби съедет, друзья. Бобби смчится, словно он жар-птица. Ой, бобян, как поездил? У тебя же такая достойная тачка была, а ты... А у кого какие машины? Вот у меня Hyundai Santa Fe, у Андрюха у тебя какой? У меня ноунейм тачка, с деда собрал машину. А, понял, а у тебя, Бен, какая была? У меня Sonata. Какая? Ну, Hyundai Sonata. А, у тебя тоже Hyundai? Да, у меня Hyundai. Тоже ND. Ну ладно, поехали. Я слышал, что правильно по-корейски ND. Hyundai это Корея? Hyundai, это Америка. Hyundai это... Это Россия. Это Россия. Так, ладно, едем. Смотрите, парни, как я уже далеко. Андрюша, жуй пыль. Андрюша не заедет в горку даже. Так, в тот раз я тут уже не заехал или где?
А тут уже заехал, парни, четко еду. Он не заедешь опять сейчас. Давай домой, Боуси. Гад, блин. Домой, как ты так смог? Андрюха едет, друзья, по пятам едет Андрюша к нам. Не заехал. Справа дырка. Так, справа, кажется, проезд. У меня отказали колеса. Отказали тормоза. Оп, оп. Оп! И сейчас подержу. Тормоз! Тормози! Как ты так едешь, блин? Тормози! Там не финал, что ли? Там не финал? Там не финал еще. Да ты все, тапочку в пол и поехал. Да, конечно, я боюсь. Что-то висит там, не? Да это лишний груз висит. Это груз ответственности. Так, сюда, походу, парни. Походу, он тебя сбивает с пути истинного. Я тебе сейчас буду мешать. Не трогай, не смей, Боуси. Не смей мне мешать. Тебе, блин. Не смей. Я сейчас эвакуатор вызову. Я сейчас, знаешь кого? У меня джип в Москве, а я в другом городе. Понял? Так, сейчас я доеду здесь. Так, и налево. Парни. Салам алейкум. Да, доезжаешь. Я не знаю, я еду то налево, то направо, то налево, то направо. Я не могу, у меня что-то сломалось. Ой, бро, дальше такой капец тебя ждет. Слушайте, но я вижу уже финиш. Я его уже вижу. Так что, тапочку в пол, и все, и ты на финише будешь. Так, ну поехали. Поехали. Газуй. Финиш для мытья посуды. Газуй! Хорош! Газуй! Хорош, партиспекшн! Добро! Ты послушал этого Боуси? Да, это был Боуси! Туда его! А где я был? Я был почти на финише, друзья. Мне оставалось совсем немножко. Пару раунд проехать. Да, то есть где-то я вот тут, ребят, падать начал. Вот он. Я поехал бы вот так, потом туда. Короче, парни, я считаю, что можно уже переходить на следующую лестницу. Ну, давай покорим ее. В принципе, друзья, тут уже вон финиш был близок. Но это была первая лестница, это вроде, парни, как была самая легкая, прикиньте. Ну да. Ладно, меняем тачки, друзья, и смотрите, что нас дальше ждет. Новая лестница, огромная, еще больше препятствий. Ну, сейчас попробуем. И как я вижу, парни, здесь нужно брать какие-то внедорожники, потому что заезд на какие-то трубы. Давайте поменяем машинки и попробуем добраться до самого конца. Ну что, ребятки, перешли мы на левел второй, и, соответственно, поменяли мы машины на внедорожники. Yes. Да, у меня ML63 AMG Mercedes, у Бабяна Porsche Cayenne, у Андрюхи экспедиторская, энциклопедическая тачка под названием Гаврил. Что бы это ни значило. Ну святая ладно, машина. Давайте, 3, 2, 1, друзья, лестница номер 2, поехали. Окей, гайс. Мы вообще заедем или нет? Поехали, парни. Пацаны, Гаврил, помогите. Едем. Гаврил, давай домой, Гаврила. Гаврил, домой. Гаврила, принцип. Гаврил сейчас вернется. Давай, Гаврил. Короче, мы с Бабяном едем. Андрюха там пытается заехать. Но можешь еще раз, Андрюх, попробовать заехать. Ну, конечно, я-то еще живой, блин. Да, ну все. Бабянчик, смотри, как тут уже какие-то контейнеры пошли. Хорошо прям идет, саранча. Тут уже плотненько пошло. Нормуль. Ой, тут, наверное, гнать не надо, мне кажется. Не надо. Я перевернулся. Ой, ну едь еще раз, Андрей, с самого начала. Бабянчик, аккуратно едь. А я аккуратно мы еду. Тут прыгаем, как попрыгунчики. Как попрыгунчики. Попрыгунчик. Оу-е, проехали, Бобис, едем дальше. Андрюх, давай догоняй. Нет, я догоню, блин. Никакого чекпоинта не будет, Бабян. Едем до конца. Ну не порту. Ну давай до конца попробуем доехать. Ну ладно, блин. Челлендж все-таки, челлендж. Как вы так далеко уехали вообще? Капец, блин. Ой, Бабян. Тут домой. Пока. Кажется, а ты как стал вообще? Ну я там застрял. А тут все, уже падай вниз. Блин, не, ну тут а домой. Пацаны, Гаврил едет. Гаврил, давай. Так, ладно, Андрюха едет. Бабян упал, друзья, я застрял там навсегда, кажется. Вот у Андрюхи Гаврил едет. Фига у него фары выпали. Гаврил едет еще нормально. Едет, без давай, глазы. Давай, Гаврюша. Давай, пошел, Андрюха. Может, меня там подтолкнешь? Не, не толкай его, блин. Тут, кажется, он за тебя. А тут надо гнать, Андрюх. Тут надо газ в пол, иначе не проедешь. Ты уверен? Нет. Нет! Гаврил! Ёбамин! Давай! Хорошо, X2! Понятно. А вот если бы ты не пакостил, такого бы не произошло, Димон. А я тебе поверил. Ладно, давайте с еще одной попытки, парни, попробуем доехать. Я думаю, друзья, что это сделать будет невозможно вообще. Ну, конечно. Ой, парни, а что у вас там происходит? У меня нормально все проехал, Гаврил! А кто канистр потерял? Андрюх, зачем ты канистр с собой взял? Ну, надо подзаправиться, мало ли чё. Ой, я думал, я застрял. Ой, что-то подлагало аж. Что-то бимка, друзья, сегодня аж подлагивает. Выдает, прикол. Выдает, да. Поехали, Бабян. Блин, у меня, зараза,
База сломанная машины. База? Там справа, влево, да, раз. Блин. Он подтолкнул бы по-братски. База сломана у Бабиана. База. Алю. Подтолкни, на. Брат. Спасибо, брат. Поехали, поехали. Командная брат, работа, спасибо. Взаимовыручка. Андрюха, что ты на козла встал? Подожди, подожди, нормально, я сейчас перевернусь. Ну, козлина, ну дай дорогу. Что, козлина-то, нормально, общайся, что тебе делать? Дай дорогу. Ну дай, ты не знаешь главное правило на дороге? Дай дорогу дураку, дай мне дорогу. Я не могу дать тебе дорогу, уже Боуси поехал. Ну, капец, ладно, я считаю, друзья, что если я объеду Андрюху вот так, то это будет честно. Как ты меня объедешь, ты во мне застрял? Все, вот так. Что? Все, я объехал его. Меня толкни, блин. Да ты опять мне палки в колеса стоишь. Все, понятно. Разладка маленькая. Понятно, я вам. Пока. Все, я встал, ребят, я как приехал. Как ты встал-то, там перевернулся? Не, ну я стою на носу. Блин, Димон, помоги. Так, Бабян едет, ребят. А, домой. Да, я домой. Мне нужна помощь, Димон. А мне тоже помощь нужна. Сейчас я попробую встать на колеса. Ну все, не получается. Блин, ну помогите. Ладно, парни, еще одна попытка, поехали. Гавриил впереди! Поехали, это какие-то лестницы. Сначала надо наверх заехать, чтобы потом вниз ехать. Да, вообще, ну, да, вообще безумие лютое. Бабян, давай. Парни, я не еду, заехал не даже в самом начале. Блин, баран! А ты на своей тачанке! Что делаешь? Парни, блин? Что делаешь? Парни, домой, давай. Ты меня перевернула! Да у меня там не заезжает! Что у вас там происходит? Я в самом начале заехать не мог. У меня что-то с тачкой было. Ой, босси! Все, я поехал, ребят, все. Там Андрей на боку лежит. Да все, у меня что-то Мерседес и есть. А, вот, поехал, все нормально. Сейчас помогу, сейчас помогу. Я застрял. Быстрей. Я предлагаю, парни, машины поменять, чтобы пройти эту дорогу. Да мы не пройдем. Подожди, я могу пройти, я верю в Гавриила. Ну я сейчас, ладно, вот так, друзья, слайфхачу чуть-чуть. Давай, я, она видишь, тряска, машина трясется. Сейчас, сейчас, Бабян, я иду помогать Андрюхе. Бабян уже вниз полетел куда-то. Да Бабян бестолочь. Да ты бестолочь, блин. А ты меня толкнул. Так, Андрюх, помощь. Давай, помощь. Толкни его тоже. Помощь брата. Все, спасибо. Я готов дальше ехать. Все, ребят, нормально. Только ты мне дорогу не переграждай теперь. Не, я еду нормально. Вот, едем, хорошо. Добренько едем. Очень добренько, хорошо прям. Очень нормально. Мне нравится, нравится. Четенько, друзья. Блин, хорошо, Гаврил вырвался. Канистры потерял. Ой, ой, мама Джан. Ой, хорошо. Все, нормально, нормально, Андрюх. Ну что, едем дальше тогда? Да, хорошо, едем. Ну, газони. Андрюха упадет. Газони, а, дурочка. Я домой поехал. Андрюха упала, у меня что не газует, парни? А, не, вот, газует. А, ты все застрял. А почему у меня не газует? Ты бампером застрял. А нет. У тебя основа сломалась, база. Нет, не газует она машина. Смотри, ну все, значит. Что-то, что-то произошло, смотри, с колесом. Ну все, парни, приехали. Ребятушки, милые купатушки, мы перешли на третий уровень. Второй уровень нам оказался с пациками не под силу. И поменяли мы машину, у меня Rolls-Royce, парни. Rolls-Royce, дорогущая, крутая машина. Куда ты собрался? Да. А я смотрю, парни подготовились, взяли какие-то супер баги, внедорожники. Прокачанные тачки, чтобы проехать дорогу. Ну это и вот хоппер. Посмотрим, что будет круче, Rolls-Royce или вот такие вездеходы. Погнали, парни, новая вездеходы, тропа, друзья, вперед. Новая лестница. Тропа о. Безумия. Ой, парни, ну да. Ну да, да. Rolls-Royce. А, ну зараза, да. Толкни, 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 хорош. Вот так, Бабиан, что бы ты делал без Rolls-Royce? О, молодец, хоть где-то нормальное применение Rolls-Royce. Что бы ты, Бабиан, делал без меня? Помогите. Да мы застряли. А как вообще, парни? Эта лестница, друзья, получается первый уровень самый легкий. Дальше сложнее, сложнее. То есть третий уровень, он сложнее, чем второй. Мы даже второй, парни, не проехали. Ну давайте еще раз попробуем. Да, мы с Бабианом сцепились, надо еще раз. Ну все, поехали, парни. Еще одна попытка пройти эту лестницу. Может, тут надо наоборот на скорости как-то? Да я вот не знаю. Вот как okay. Андрюха. Вот как Андрюха надо. Окей! Okay. Вот как Андрюха надо. Вот okay. Как Андрюха надо. Андрюха прошел. Бабян, лети! Хорошо! Rolls-Royce падает. Нафиг. Эй, стой, Rolls-Royce-ик. Давай еще. Блин, тут все выше помоги и выше, мне. Что ли? Как? Как это, парни, проходить? Блин, это вообще unbelievable. О, хорошо, Андрюш, давай отдыхай. Димон, помоги. Не, я не могу, брат. Парни! Так ты не пройдешь дальше. Так Rolls-Royce дальше всех проехал, что ли? Нет, ты сейчас упадешь. Так я дальше, чем ты доехал. Так я дальше тоже доехал. Я именно здесь и упал. Ты не здесь упал. Я здесь упал. Я вертолет. Так, а ну Rolls-Royce. Rolls-Royce, давай-ка. Rolls-Royce, а ну-ка, давай-ка. Вот так, парни. Вот она, победа где. Капец, там далеко. Да, там далеко. Парни, а реально, вы вообще видели дорогу?
Как это нельзя проходить, я думаю, что это без толку. То есть здесь нужно чисто разрушать тачки, друзья. Здесь чисто для разрушения, видимо, сделано. Ё-моё! Да, кажется, друзья, до конца вот такие полосы не проехать. Тут либо рано или поздно ты падаешь, правильно? И все. А вы посмотрите, кто на финише стоит. Не понял. Пока мы разговаривали, я уже доехал. Что еще придумал? Ой, фантазер! Ой, фантазер! Кстати, третья дорога самая длинная, парни. Ну да. Жесть. А вот так, парни, поменял я машинку, теперь я буду на автобусе. Ого! Все, поехали. О, хороший вариант, рванули, парни. Автобусе! О, четенько, четенько, мой план работает, автобусе едет. Автобусе. Что за фигня? Я не понимаю. Подключаю реактивный двигатель автобусе. Ой, парни, 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 я полетел. Ты полетел? Нет, так нет. До финиша даже не долетит, блин. Домой я полетел, на трубу какую-то, ой. Я прям на трубу, да. Парни. На какую-то трубу просто сел, и все. Все, смерть. Я не знаю, братва, это можно вообще как-то пройти? Это вообще реально? Нет. Вы едете? А, вы тоже приехали? Да, в самом начале, все. Друзья, мы умираем просто, и все. Вот садитесь ко мне, вот смотрите, я даже долететь не могу. А ты там в трубу уже залетел. Ты на другой финиш летишь. До другого финиша, да-да, нормально, нормально, до другого. Давай-давай. И даже здесь мимо! Жесть! Я не знаю. А ну сидите у меня в автобусе. Сейчас попробуем еще раз, парни. Пошел автобус. Пошел автобус по лестнице. Какие разрушения, друзья, сегодня у нас эпичные. Опять мы несем трубу! Не. Больше всего мне нравится, друзья, даже не по лестнице ехать, а то, как мы разрушаемся на этих лестницах, как у нас разрушаются тачки. Вот это мне больше всего, парни, сегодня нравится. Это правда. Ну, перешли мы на четвертый уровень, который еще сложнее. Я на Феррари, Андрюха на грузовике, а Бабианчик у нас не поменял машину, он остался на той же. Ну, да. Попробуем пройти, друзья. Давайте, поехали, парни. Давайте, мужики, удачи, у вас еще не получится. Ой, наверное, не получится, наверное, зря я здесь Феррари взял. Она сейчас ножу пусяет. Андрюха, все, Андрюха выбыл. Не, подожди, подожди, я Андрюха не доехал. Давай, пробуй еще раз. Мы с Бабяном, кстати, плотненько, четенько, Бабян, едем. Нормуль, 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 так в тандеме держимся. Добренько, добренько, Бабян. Я, конечно, на Феррари, она вообще не для этого предназначена. Конечно. Но едет. Но удивительно едет, друзья, очень удивительно. Так, аккуратно. Хорошо. Хорошо, черт там, Бабян. Андрюха, осторонись! Ой! Пролетел грузовик смерти! Что происходит, блин? Прям надо мной просто пролетел. Что-то горит со мной, блин. Так это Андрюхина горит все. Какая-то труба, блин. Димон, помоги. Да нет, у меня и так Феррари, все. Блин, надо было не Феррари брать, друзья. На Феррари тут, кажется, не доехать. Даже она вон целая, если будет. Парни, попробуй до финиша доехать. Так, вон Бабян уже, друзья, едет. Смотрите, тем временем смотрим за Бабяном. Пошел. Я горю. Бабян гонит. Парни, очень страшно. Андрюха горит, Бабян гонит. У Бабяна хорошая машина для этого. Слушай, ты, кажется, может, доедешь, Бабян? Я не знаю, попытаюсь, блин. А ну попробуй, смотрите, как просто по волнам. Ну вообще да, идеально, волна, Бабян. Но мне кажется, это очень безумная дорога. Так, ты почти дошел, Бобис. В натуре? Тебе осталось совсем немного. О, попал! А, не, погоди, он вылезает. О, выкарабкался, нифига тачка, нифига тачка. Ездим там, где волки какать боятся. Так, а ну я сейчас посмотрю, где там конец. А, ну да, Бобис, тебе осталось совсем немножко. Реально? Неужели он справится? Ты почти у финишной прямой, Бабян. Вот сколько осталось. Нет! Бабян! Тихо! Бабян! Бабян, ты колесо потерял. Вот, на колеса еще! Вот, встает же на колеса, Бобис, встает! А, блин! Как же он встает? Ой, ой. Как же он падает? Ой, ой. Ой, ну я думаю, это тоже можно засчитать, как на самой первой дороге Бабян практически, друзья, прошел. Хорошая тачка будет. Это просто безумие. Офигеть. Идем мы на пятый уровень. Бабян, друзья, вон на свадьбу собрался на Камбре. Шарики. Горько. Андрюха, почту развозить, ну а я буханка. Вот и все. Булка. Да, пятый левел, друзья, еще сложнее. Ладно, парни, поехали. Желаю вам всем удачи. Тут какой-то уровень киберпанк. Ой, парни. А тут на туре нужен внедорожник, пацик. А что на фигня, я еще хочу. А что, все так на крышу упали в самом начале, парни? Я дальше полетел. Реально, на пижоне полетел и вылетел. Пижон летит. Ой, не, парни. А там невозможно пойти, парни. Да это вообще, ребят, ну это просто автор, это безумец. Автор жжет. Это тут, я думал, лестницы, друзья, будут лестницы угара. Типа мы будем угорать вообще.
А ты что, не смеешься? Не. Не смешно? А здесь получилось страдание. Мы только страдаем, парни. Мы только плачем здесь. Это очень сложно. Ребята, потому что угарно получается. Да, но мы, друзья, страдаем люто. Да у меня буханка не едет по этим, блин, квадратикам. Она вообще не приспособлена к жизни в таких условиях. Это правда, блин. Я думал, вообще поедет, а она вообще не едет. Я там заспавнился, парни, уже на дороге прям. Я уже не с самого начала. Я уже просто спавнюсь уже хоть как бы. Ой, не, братва. Слушай, я считаю, что это правильно, потому что уровень нечестный. Да. А как по-честному? Никак. О, едем, едем. Вот, ну только так, друзья. Ой, все. Ну нет, да нет, там вообще нельзя. Не, братва, это просто нереально. А давайте... О, подожди, на колеса встал. Не-не, реально все. Изи, изи, реально. Ха-ха, изи. Шутка, ладно, я тут застрял. Вообще не доехать, ребят. Ну, газу. Ну, она мне не крутит. У меня одно колесо почему-то... Я подтолкну, сейчас подъеду. Из четырех колес у меня одно крутится, парни. Ага. Андрюха, он летит, летит, летит! Я! Пошел! Бежон! О, хорошо! Поехали! Теперь помоги, помоги мне, брат. Помогаю, братишка, помогаю. У тебя сейчас что-то пробито, слышишь? Я уехал, уехал, уехал. Уехал. Далеко уехал? Уехал далеко. До свидания. Парни, пока, прощаемся. Парни, полетел сам вниз. Домой! Ну что, друзья, давайте затестим сразу, парни, шестой уровень. Impossible. Самый сложный уровень в мире. Поехали. Я готов. А и что тут сложного? Просто едешь и едешь. Едешь и едешь, скатываешься и скатываешься. Падаешь, вообще, падаешь. По-моему, шестой левел самый, по-моему, такой легкий парень. Да, мне кажется, так, можно докатиться вот так вот. Так смысл в том, что нужно живым добраться, парень. А ты что? А мы хотя бы мертвыми доберемся. Мы живые внутри. Бабян вон уже почти до финиша доехал. На Камри, почти, Бомис. Так я и доеду. Андрюха сейчас гонит еще раз, друзья, Бобянчик. Ой, не, Бобян, кажется, не доедешь. Тихо. Да, у меня, да. Кажется, тут полетел. Не доехать, парни. Вот так, друзья. Ну что ж, я даже думаю, что на такой угарной ноте можно завершить наш сегодняшний ролик по безумным лестницам смерти. Сегодня мы живыми вообще ни на одной лестнице не были. Это просто нереально, ну и мега угарно. Также надеюсь, что такой ролик вам понравился, ребят. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Бай-бай, дорогие друзья. Здорово, чуваки.